Всероссийский день самбо в Балакове отметили большим турниром. Он проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе балаковского филиала АО «Апатит». 150 юных спортсменов из разных уголков Саратовской области собрались, чтобы определить лучших. 3 минуты упорной борьбы для участников схватки иногда кажутся вечностью, особенно когда силы примерно равны. Поэтому каждый старается провести бросок или болевой прием, чтобы одержать чистую победу. За яркими финальными схватками в этот день наблюдал почетный гость турнира, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Дух борьбы никогда нас не покидает. И с детства мы с Романом Викторовичем говорили о том, что мы, наше поколение, во всяком случае, прошло школу такого дворового спорта, воспитания. И я очень рад, что сейчас у ребят более комфортные условия. Самбо в нашем городе – один из популярных видов спорта. Юные спортсмены показывают высокие результаты на соревнованиях самого высокого уровня. Девчонки у нас являлись победителем первенства мира и Европы. Славные традиции, мы их продолжаем. Преодолеть путь к спортивным вершинам балаковским самбистам уже много лет помогают компания «Фосагро» и ее проект «Детям России. Образование, здоровье и духовность. ДРОСТ». Благодаря этой поддержке в нашем городе почти 2000 детей бесплатно занимаются в спортивных секциях. Причем внимание уделяется и ребятам из сел района. Здесь «Фосагро» совместно с администрацией БМР ремонтирует спортивные залы, закупает инвентарь и экипировку ребят. Инвестиции в спорт, развитие спорта – это, безусловно, часть нашей социальной ответственности, как и другие благотворительные социальные проекты. Не только спорт, но и вопросы, связанные с развитием духовности, образования, вопросы, связанные с поддержанием комфортного уровня жизни в территориях, где присутствуют наши предприятия, включая здесь, Балакову и Саратовской области. Олег Матыцин в рамках своего визита побывал и в центре греко-римской борьбы в селе Быков-Отрог. Он был отремонтирован при поддержке «Фосагро» и администрации БМР в рамках проекта «ДРОСТ. Село». Сегодня здесь занимаются не только местные мальчишки, но и ребята из соседних сел. Спортивный объект, можно сказать, стал настоящим центром спортивного притяжения и достопримечательностью района и всей области. Проект «ДРОСТ. Село» уже объединяет 12 населенных пунктов района, и это число будет расти. Олег Матыцин высоко оценил вклад «Фосагро» в развитие спорта в регионах присутствия и отметил комплексный подход компании к реализации социальных проектов. Это не какие-то краткосрочные проекты, это стратегия развития и компании, и взаимодействия компании с государством через, повторяю, создание условий для реализации программ развития спорта. Олег Матыцин отметил, что опыт государственно-частного партнерства, примером которого служат проекты «Фосагро», необходимо тиражировать. Он также осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс балаковского филиала АО «Апатит», который, по словам высокого гостя, является вкладом компании в повышение доступности спорта. Ведь тренироваться здесь могут не только сотрудники предприятия, но и все желающие, причем абсолютно бесплатно.